Я камень ваш бросаю огород, в красивых галстуках тупые остолопы. За что вы так не любите народ, кормящий ваши праведные жопы? Я кто? Я рядовая медсестра, живу, кормлю детей на 10-300. И нет уже надежды на Христа, все чаще вспоминаю коммунистов. Учитель, врач, там гордость и почет, передовик завода, честь и слава. И на курорты, в санаторий каждый год страна своих рабочих посылала. А я сижу и плачу, как мне жить? Я не лентяй, я гражданин России. Учу детей я родину любить. Но вот за что? Им объяснить не в силах. До пенсии отец мой не дожил. Кормил семью, не выдержал нагрузки. И в пенсионный фонд всегда платил. Где его деньги? Детям хрен вам русский. А мама, два инфаркта пережив, детей учила нашей, русской речи. В итоге кукиш с маслом получив. За что нас государство так калечит? Святой и голозадый наш народ сдает копейки детям на спасение. А батюшка на джипе нам поет, желает всем вселенского терпения. Дочурка хочет петь и танцевать, учиться в школе на одни пятерки. Но что ей мама метик может дать? Раз в месяц мясо, как же это горько. Могучая, великая страна, ты непоколебимая держава. Так что же ты не ценишь ни хрена простых людей, создавших твою славу?